Так, это фуникулер Бико. Еще один такой подъемничек. Старенький. Который идет вот вниз. Я так думаю, идет до самого низа. Ну, можно опять пройтись, это не вверх идти, а спуститься вниз и посмотреть, куда же он, где же он. Где его конечные? А я иду по маршруту фуникулерчика Бико. Бико. Здесь в районе Шиато, там, где маршрут трамвая 28, вот он его пересекает и идет такой фуникулерчик вниз. К реке Тижу, я так думаю. Вот сейчас я стою как раз посередине, я уже снимала это немного, когда я находилась наверху. Вот. Сверху ступенек. Вот видно? Вот там где-то сверху тех ступеней я снимала как раз. Там, где налево должна была быть смотровая площадка, которая сейчас на реконструкции. Вот отсюда видно. Я так посередине путей стою. Фуникулерчик ждет, когда побольше на него набьется народу. Тогда он может поехать. Ну, а это вот здесь тоже ступени вверх. Ну, а я иду вниз по маршруту фуникулерчика. Так. Тут интересно пересекаются. Сначала идут такие две линии. Потом они вот так раз и сужаются. Здесь как раз такой крутой спуск. Во. Видно? Вот он, следующий трамвайчик. Фуникулерчик, подъемник. Они их не называют трамваем, да? Это не трамвай, это подъемники. Ну, давай же, поднимайся. Ну, когда же ты поднимешься? Интересно будет. И как они так друг с другом встретятся, два трамвая, два фуникулерчика. Один должен быть, один должен будет уступить место другому. Ну да, они встретятся вот там посерединке. Потом один поедет дальше вверх, а другой поедет вниз. Вот так. И опять видите, как близко. Расстояние от фуникулера до тротуарчика. Итак, едет трамвайчик наш. Фуникулерчик выехал. Мы видим, выехал. Один с одной стороны выехал, другой с другой. Посмотрите, как близко он сейчас будет подъезжать. Мне придется просто влиться в эту стену. Вы видите? Вот он едет. Медленно, чтобы никого не задеть. А навстречу едет другой. И сейчас они разойдутся, как два корабля в море. Как море кораблей. Один идет по одной линии. А второй ему идет навстречу по другой линии. Теперь этот сейчас пойдет по этой, а тут пойдет вверх. Вот так они и ходят. По одной линии идут,
посередине встречаются, расходятся. Идут уже по второй линии. Ну а тот наш поехал дальше вверх. Поднимается медленно. Ну а там видно на горизонте вот трамвай 28 как раз проходит. Вот так они перпендикулярные. Ну вот и все. Это был фуникулерчик Бика. Так что вот такой он интересненький. Прокатился. Ну а я пошла дальше смотреть, что же там сейчас я обнаружу в самом низу, на другой конечной фуникулёра. Вот здесь такие ступенечки. Переходим мы опять под таким чудаковатым рельсом. Такой очень крутенький склончик. Наверное, хорошо лыжникам здесь кататься. Что-то у меня такое сравнение везде, эти горки с лыжами. Наверное, потому что я не люблю лыжи. Да. Так. Ну, что у нас здесь? Лыжи. Так, вот я думаю, надо было, наверное, мне все-таки лучше там спуститься, где трамвайчик остановился. Но я, как всегда, завернула не в ту сторону. Так, ладно, сейчас мы посмотрим, что же у нас налево, раз уж я завернула. Калькада да Бика Гранде. Так. А, ну здесь у нас просто уже больше ступенечек. Ну, вот эту всю дорожку можно было также пройти вот по таким ступенькам. Угу. Ну что ж, пока. До встречи. Так я погуляла немного по району Шиадо и Байру Алту. Ну все, пока. Спасибо за то, что смотрели.